Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите Скрижаль ТВ. Меня зовут Иван Борисов. Сегодня я расскажу вам об одной очень интересной постановке, которая называется «Звездная сага». Это очень образная такая смысловая постановка, которая рассказывает о том, как мы являемся звездами небесными, да? Бог нас насадил на небе звездами, чтобы мы светили этому миру, чтобы мы указывали им путь. Но иногда, как мы видим в этой постановке, звезду может увлечь какие-то земные вещи. То, что внизу, под ней, там, в прахе, в миру, на земле. И темные силы, видя вот это, да, они увлекают звезду, да, вот своим красным хвостом дракона. И она падает на землю. Конечно, может быть, на земле ее ждет какой-то успех, какая-то временная удача. Но все мы знаем, да, что звезда, которая упала, она обречена просто на провал. Мир просто высосет из нее все, что ему нужно, и выбросит. Прах, пыль, грязь. Бог будет искать, конечно, эту звезду. Он не оставит ее, он любит нас. Но звезда не сможет сама подняться на землю. Ее тянут грехи, вес вот этот, да, грязи, вот этой грешной пыли. Вот. Но звезда должна сама от этого отказаться, должна сама исповедовать Господу грех. Назвать грех грехом, потому что мир может так все завуалировать, что мы можем сказать, да нет, все нормально, я не грешу. Нет, грех грехом. Надо исповедовать его Господу. И тогда Бог очистит, Бог освободит, и мы снова можем подняться на небеса, снова светить на этом небосводе и указывать людям путь к Богу. Итак, постановка «Звездная сага». Give up, 'cause we're living on the side.